Краснознаменск едем. И традиционная в толпаке. Давайте форму сожмем. Тоже пускайте все, в принципе. Перекусили в Нестеров. Едем. Пес чебурек. А тут какой-то худой пришел. Хороший. Ехали и приехали. Вот такой зал. Приехали, разгрузились. Моя кулиса. За задником проход узкий-узкий. Перебегать вот влезу. Сонная себяшка. Вам не видно, а сцена с наклоном вот в эту сторону. То есть человек будет держать баланс. Да, ему нужно равновесие на катушках. Сносить будет туда. Мыльные пузыри будут стекать сюда. То есть жидкость потечет сюда. И всем ребятам, хочешь не хочешь, такие. Горку, вот, да, в гору. Идешь, и ты выше, выше, выше становишься. Вот, вот, катится. Положили просто и катится. Наклон такой, сцена. Для вот. Чего это делается, да? Автор. Или строители такие, может, что хотел сказать автор? Может, строители такие были? Может быть. А может, что-то с ней происходит? Мы не знаем, она уходит куда-то. Как репетируют люди, вот сцены делают с низкими потолками. Ловить момент, чтобы не попасть просто, не выбить потолок. На грани просто. Так. Гримерка без зеркала, туалет в фойе. Ну, я ни в коем случае не жалуюсь, я просто говорю, что вот тут так вот не думают об артистах. У меня есть с собой зеркало, я научился месяцами не ходить в туалет, но это неудобно. В старину детские нервозы лечили исключительно травами, например, крапивой по попе. Ну, в итоге подготовились. Я из этой кулисы, подумав, прикинув, перекинул реквизит в эту кулису. То есть там гримерку, костюмы. Зал не сильно большой, шаров немного. Ну, главное, отработав, бегом-бегом собраться и на следующую точку, на следующий концерт успеть. Звукорежиссер красавчик. Нужно за кулисами объявлять, говорить, а он не включает микрофон. Вообще красава. Молодец. Низкий потолок, нереально работать. Он справляется. Очень сложно. Работали. Едем на следующую. Бегом-бегом. Притык-притык. Но успеем. Должны. Ехали, приехали. Нестеров, тут где-то служебный вход. Бежали администраторы выяснять, где разгружаться. До концерта, ну, чуть больше полутора часов. Все нормально, спокойно успеем. Меньше часа готовиться. Так, себяшка. Себяшка в зале. Она закрывается. Все, отработали. Сейчас грузимся в кафешку местную, зайдем. Зрительницы подошли, юные сказали, вы мой краш, можно я подержусь за вашу руку? Вот. Все, я звезда теперь. Ладно, всем счастья, мира и добра. Это дневник артиста, это Пашка Зыков. Встретимся на концертных площадках вашего города.